Вопрос, да, теста. С чем можно еще сравнить в лаборатории? Сейчас вот у нас работает вытяжное устройство, да? Вот оно работает, вот оно в процессе. Мы запустим сейчас компрессор, который идет с печами по типу ивакляровских печей. Теперь вот включен компрессор. То есть мы сейчас вот слышим компрессор и прибавим здесь скорость. На третью. И на четвертую. Так вот работает, вот он на четвертой скорости и, соответственно, шум работы компрессора. Чуть-чуть громче работает вытяжное устройство. Опять же, оно должно стоять под столом, чтобы это все. Тесты, как бы в целом все понятно, чтобы иметь общее представление, не просто видеть картинку и какие-то цифры, да, относительно уровня шума. Первая скорость очень тихо, а четвертая скорость есть определенный уровень шума, но он в целом, как бы, я считаю, достаточно. Также сейчас мы сделаем еще раз замер по децибелам. Так, здесь непосредственно не вдали стоит от устройство, да, прямо на нем, поэтому даже вибрация может на него влиять. Я, наверное, подержу. Посмотрим. Вот прямо вблизи, 15 сантиметров. Включаем компрессор. Компрессор у нас выдает 4-я скорость непосредственной близости. Я считаю, вообще отлично. Супер. Все, ребят, всем пока.